Новая неделя, новое задание. Сегодня я должен буду играть в игру Flappy Birds, не выражая своих эмоций целый час. Для того, чтобы это было интереснее, прикольней и сложнее, я буду играть в библиотеке. Но здесь типа все читают, поэтому нужно тихо, поняли? В этом сложность. Здрасте. До 7 не дошел. Можете уже найти там что-то и все, и больше не ходить там. Что там у вас? Читаете? Война и мир. Я тоже. Попробуйте. Пожалуйста. Давайте. Видите, поменяться? Правильно. Извините. Я вам мешаю, может быть? Да. Да. Цилиндром было прикреплено продолжную балку, чтобы была... Я теперь скажу, можете присвоить за планшетом? Хорошо, ребят, это задание было уже посложнее, чем предыдущее, но я вроде как справился, да? Ну, людей нет, вроде, значит, как справился. В общем, спасибо за классное задание, присылайте задание, которое будет еще круче и интересней. Голосуйте за меня, если вам понравилось это видео. Если не понравилось, тоже голосуйте, мне нужно победить. Леша Дурнев, отстой, я хороший. Пока. Я был как тишина.